учимся по-настоящему легко и просто делать шашлык, кебаб и все такое. У нас для говядины свинины и свинина окорок. Там еще колбаса фарширована с жирком. Смотрите, как жорик, там алики всякие такое жарят. Целого барана или бычка и все такое. И слюни облизывается. Лучше сами себе небольшой пикничок делайте. По-настоящему. А то смотрите жорика. И ничего такого не происходит. А так вы сами себе теперь не знаю, как и держать. В общем, вот так, да, можно так даже вот поворачивать. Видите, тут шампур только просто, чтобы подгонять вверх-вниз. Я уже давно, лет 15, шампуром как бы не пользуюсь. Вот. Барбекюшница как бы. Ну, тоже надо правильно пользоваться. То есть не только вот сверху, снизу, надо по бокам. Вот когда вот, допустим, вот так бок ставишь, да. Там сверху жиры, так потихонечку капают вниз. И можно сказать... заводят друг друга куски. Поняли смысл в чем? Ну, в моем канале есть, там я сразу двумя барбекюшницами, там люля отдельные и все такое. Предыдущее видео, по-моему, было там, посмотрите. То есть, ну, если с двумя, можно вот так вдоль наискос поставить или на друг друга, тоже неплохо, потому что вот опять-таки жир проникает на все куски, там куриное в свинину, свининое в куриное и говядине, и все такое, и в целом получается очень приятно с запахом и сочным, главное. Так, теперь проворачиваем. Переворачиваем, в смысле, в эту сторону. Но надо уже шампурчик вытащить. Так, и вот так. Ставим. Шампур поставим на место. Так, и главное, смотрите, на шашлыках никаких черных пятен не должно быть. Если черные появляются, там некоторые ножом чистят и все такое, значит, это уже не шашлык, это уже прогоревшие, жесткие будут и невкусно. То есть надо, чтобы вот цвет был вот такой. Темнее уже не надо. Чтобы такой цвет и остался, надо просто почаще переворачивать. И заодно посмотреть. Потому что пережарить тоже не надо, будет суховато. Но сырой тоже не нужно оставлять, потому что чревато, ну, вы знаете, будет туалет бегать. Лайкните, следите за каналом, еще будут интересные коротенькие видосики разной кухни. А то смотрите супер поваров, там супер блюда, сами этого не готовите, и только смотрится и слюни пускается.
Так, в моем канале вы разные методы увидите, легенькие, тоже вкусненькие, ничем не хуже. У Жорика, у Алика и всяких такого Магомеда и все такое. Окей.